У перерыва на сборную всегда есть и плюсы, и минусы. Вот этот перерыв Локомотиву на пользу пошел или во вред? Ну, я думаю, об этом можно будет говорить после уже сыгранных игр. На пользу или во вред. Думаю, любой перерыв будет на пользу. Есть время обдумать командные действия. Чего-то не хватало, чем улучшить качество игры. Я думаю, что будет на пользу. А в эмоциональном плане была такая непонятная ситуация? Поражение крупное, серия неудач, потом победа над чемпионом. В эмоциональном плане нужен был такой перерыв? Да, думаю, что не обязательно. Я думаю, что у нас в этом плане все было нормально с эмоциями. Тем более после победы над «Зенитом» у всех было хорошее настроение. То есть победа над «Зенитом» придала психологическую уверенность? Ну, естественно, да, конечно. А нет опасения перед игрой с последней командой чемпионата, что эта уверенность может сыграть злую шутку? Понятно, что вы профессионал, но тем не менее. Да нет, пока об этом даже не думал, что какая-то злая шутка произойдет, потому что все понимают, с кем играем, за какие места боремся, что эта игра нам дает. Поэтому сейчас каждые очки на вес золота. Думаю, что ничего не произойдет такого страшного, плохого. Александр, а спортинги уже есть какие-то? Нет, об этом еще не думаем, пока игра в чемпионате, пока на ней сосредоточена. У вас вот то разгром в Краснодаре, то победа над, наверное, сильнейшим по составу команды страны. Какой же Локомотив все-таки настоящий? Я думаю, это в последней игре видно было с «Зенитом». С Кубанью все-таки, как уже говорили, не только я, просто так случилось, что у них действительно, можно сказать, все моменты, которые были, они все забили. У нас тоже были моменты, мы их не реализовали. Поэтому такие игры бывают редко, конечно, но вот случилось такое. Локомотив играет в центре поля, но при этом вы считаетесь игроком достаточно универсальным. Можете и в опорник, в опорником сыграть, и атаке помочь вам комфортнее на какой позиции? Да я не знаю, уже привык и там уже много времени провел. Не только в Локомотиве, до этого в МКАДе тоже играл на той позиции, на этой, поэтому не могу сказать точно, где мне комфортнее. И там хорошо. Ну, тренер вас в какой роли все-таки? Не знаю, надо тренера спросить, потому что доверяет на той позиции, на этой ставит. В каждой игре, наверное, в какой-то игре, может, по-разному, с какие-то видения свои, где мне лучше будет, я могу больше пользы принести на какой позиции. Я думаю, от этого отталкивается. Но у каждого футболиста все-таки есть предпочтения. Кому-то Жиркову, например, не нравится играть на фланге обороны, как он там играет, а вот вам где больше нравится? Может быть, все-таки по нападающим, там все-таки больше свободных действий и больше в атаке принимаем участие. Поэтому, может быть, ближе к атаке по нападающим. Саш, был перерыв на матче сборной, в том числе сборной России, на вызов которой ты наверняка по своей стабильной игре мог рассчитывать. Ждал списка Слуцкого? Ну, не скажу, что прям сидел, ждал, там, посмотрел, когда появится список, но был бы вызов, конечно, было приятно бы. Естественно, любой игрок, я думаю, мечтает, ждет вызова сборной. Поэтому, ну, не вызвали, ничего страшного, будем работать дальше, надеяться, на следующий раз. Матчи смотрел? Да, конечно. А как-то проецировал игроков центра поля на свою игру? Да нет, не особо. Мы видим, что погодка у нас совсем зимняя, болельщикам явно будет холодно. Вот Локомотива акция, один билет и два матча. И Анжи, и Урал домашние. Как ты думаешь, это поможет как-то привести болельщиков на стадион? Сам друзьям сообщишь об этой акции? Ну да, это хорошая акция. Я думаю, что, естественно, болельщикам будет приятно сходить на два матча с одним билетом. Поэтому надеюсь, что придут как и на Анжи, так и на Урал на домашние игры. Будет много болельщиков. Ждем всех на футбол.